Сегодня в Астане начал работу 9-й экономический форум. На форуме собрались руководители авторитетных финансовых структур, международных организаций, лауреаты Нобелевской премии, ученые, политики и эксперты. В форуме «Новая экономическая реальность, диверсификация, инновации, экономика знаний» принимают участие около 5000 представителей из 80 стран. В этом году в рамках 9-го экономического форума также пройдет форум стран Великого Шелкового Пути. Здесь будут обсуждены инфраструктурные возможности Европы и Азии, мировая экономика, инновации и технологии, зеленая экономика, социальные инновации, экономический рост и экология. Спикером пленарного заседания на тему форум стран Великого Шелкового Пути, энергия, ресурсы и устойчивое развитие будет генеральный директор Бакинского международного морского торгового порта Талех Зиядов. Азертач, являющийся медиа-партнером 9-го экономического форума, будет широко освещать его, представит новости и интервью. Рустам Мамедов, Илаха Ахмедова, Эльмин Лачинов, Азертач, Астана.